Опусти глаза, замри и молись. Бойся взгляда Вия, древнего бога, который пребывает в вечном мраке подземелья. Его веки проросли корнями сквозь землю. Если человек взглянет ему в глаза, то тут же умрет. Так говорят старики. Так говорили их предки. С начала времен, когда земля была еще молодой, а боги были юными, живет это древнее предание в душах славян, давно уже принявших Христову веру. Таковы уж здешние поверья и древние обычаи. Как и обычаи гадания насуженного на Ивана Купалу, когда молодые девушки пускают по воде венки с горящими свечами. Если какой-нибудь юноша поймает венок, верь, это судьба твоя. Чего ж ты нагадаешь, Настасья? Ни к чему мне это. У меня уже есть суженица. Так вот и приворожила. И плывут горящие огоньки во тьме. И нет этому конца. Грех пришел на нашу землю. Что за беда? Мой грех не уберег. Ну, говори уже. Опять выражили на Ивана Купала ироды. Дочка ваша пропала. Доченька, кто это сделал? Кто это сделал? Говорил же я вам, негоже делами бесовскими заниматься! Кто это сделал? Исповедоваться хочет. Никому не давай читать по мне. Господи наш Боже, верь и над... Пошли тату сей же час привести барсака хама Бруда. Пусть молится о грешной душе моей три ночи. Он знает, кто вовечий. Настусья, что с тобой? Уйди! Доченька, доча, что с тобой? Вот! Вот и накликали беду! И это разума лишило вас! Добрый.
этот человек, видимо, известен своей святостью и богоугодными делами. И, может быть, она наслышалась о тебе. Кто? Я? Бог с вами, пане Сотник. Что вы это говорите? Уж видно, так назначено. Я, хоть это непристойно сказать, ходил к булочнице против самого Страстного Четверга. Ты сего же дня должен начать свое дело. Я сказал бы вам на это, сказал бы вашей милости. Только вам здесь поприличней дьякона надо. По крайней мере, дьяк. А я? Да и голос у меня не такой. Да и сам я черт знает что. Прости, Господи. Все, что завещала мне голубка моя, исполню. Ты знаешь, что такое кожаные кончуки? При большом количестве вещь неистерпимая. Исправляй свое дело. Не исправишь — не встанешь. А исправишь — 1000 червоных. Пан Сотник! Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Что ж, а чего тут бояться? Человек прийти сюда не может. А от мертвецов и выходцев с того света есть у меня молитвы такие, что как прочитаю, то они меня и пальцы не тронут. Ну, помогай, Боже. Буду читать. Помяни, Господи Боже наш, вере и надежде живота, вечному представившуюся работу. Отпущай грехи и потребляй неправды, ослаби и остави, и прости все вольные грехи и невольные. У вас не осталось ничего святого, сэр. Постыдились бы, мадам, в доме отца предаваться греху с жалким учителешкой. Но я состою при дворе короля. Я не просто учитель. Я бакалавр по географии и картографии. Не надо жонглировать словами, шарлатан. Вы как невежда Ньютон, одурачивший пол Европы своим яблоком. Фаранов, папа, я люблю его. Любишь? Его? У этого жулика нет денег на приличные брюки. Но у меня большие планы, которые принесут мне славу в будущем. Реализуешь их, когда женишься на моей дочери? Нет. Что значит нет? Конечно, я намерен жениться, но не сейчас, скорее в будущем. Как по-моему, так не может у вас быть никакого будущего. Хватайте его. Ну же! Джонатан, беги! Пошевеливайтесь, дармоеды! Догнать! Беги, Джонатан, беги! Твоя покойная мать была бы в ужасе. Спустить собак на него! Милый, я люблю тебя! Я люблю тебя, дорогая! Верь мне! Благодарю. Не забудьте птиц. Дорогая мисс Дадли, я приношу свои глубочайшие извинения за мой несколько поспешный отъезд. Как ни горько мне это признавать, но ваш отец, лорд Дадли, прав. Я действительно потратил все свое состояние, но не пустил его по ветру, как считают многие, а вложил в свое изобретение. С его помощью я намерен совершить переворот в картографии и показать людям истинные очертания нашего мира.
Начать это грандиозное предприятие я решил прямо отсюда, из нашего милого Гринвича, который я взял в своих измерениях за точку отсчета. Когда-нибудь наш тихий городок прославится на весь мир. Во всех уголках Земли по нему будут сверять время. Это моя мечта. Мечта, которая осуществится, только если вы будете верить в меня. О своих приключениях я постараюсь регулярно сообщать вам в письмах, зашифрованных по методу Леонардо да Винчи, чтобы они не были прочитаны теми, кому они не предназначены. Я люблю вас и не хочу прослыть в свете охотником за приданным. Я докажу всем, что это не так. Мои весточки будут долетать к вам с почтовыми голубями. Таким образом, я буду чувствовать вашу близость, которая в трудную минуту испытаний согреет мое сердце. Ты очень известен святостью своей и богоугодными делами. И всем вашим церковным премудростям обучен. Поэтому ступай в церковь вперед. Посмотри, как там хама. Все ли он делает как следует? Ты же в этом лучше разумеешь. Да уж, не в пример лучше, чем Бурсак. 10 000 червоных возьми. Благодарствую. Это же целый монастырь можно построить. Отдашь хамен. Ступай, ступай. Подготовь все к панихиде. Поскорее бы. Чего? Да схоронить паночку. Третий день мочи нет. Оно, конечно, хоть и панского помета, но когда ведьма, то ведьма. Тьфу ты, Паисий. А это еще что? Для хамы. Сотникова плата. Я ж таких деньжищ в руках не держал. Ключ. Да пообещай мне, сука, сколько золота, я бы не то что 3 дня, я бы год счетом калим купил. Да я сам счет мой купил за такое богатство. Больше духа! Посрамили Божью святыню! Не можно здесь больше служить! Заколачивайте окна и двери! Извела все ж таки. Ага. Ведьма! Вон, смотри, храп повел! Это место проклято! Это хорошо. Хорошо, что проклято! Да поделим, поделим поровну! Не ходите туда! Проклято! Одним глазком посмотрела! Кругом бездыханный! Нельзя там панихиду справлять, пан сотник. Аним! Проклято место! Проклято! Надо хутор кругом очертить, обваловать. Не понимаю, о чем ты. Не бери грех на душу, не ходи туда. О себе не думаешь, о людях подумай. Как им без головы-то? Не бери грех на душу.
если у вас уши говорят, вам в объезд езжайте. Это какой крюк? Да у нас соли целый воз. Да есть ли у тебя мать? Ирод, успокоялся. Вот моя мамка, она гайка тату. Мне рыба уже завоняла. Убей его! Бесовская дроги! И святаго духа. Сим крестом замкнем круг, дабы не расползлась нечисть по домам нашим. Не худо. Нам и страдать, а нам и молиться. Господи, помоги защитить не от нечисти детей моих, ибо не ведают они, что сокрыто в старой церкви. Яви чудо! Помоги мне! Покажи, что будет с ними, если слушаются меня! Вот и первый день апреля. Наверное, в Гринвиче бушует весна. Я представляю вас у окна. Перед вами расстилается цветущий сад. Весеннее солнце ласкает ваши волосы. Спасибо, няня. Как вам не стыдно? Ведьма! Голубиная почта, не так ли? Папа, please, папа, посмотри на меня. О, боже. Я убью его. Прошел ровно год, как длится мое путешествие. Удача, сопровождавшая меня, отвернулась. Я сбился с пути, это ясно. Я не ел уже несколько дней. У меня совершенно закончились средства для продолжения путешествия. Семинаристы, ага. Еда, еда, поесть. А, есть хотите, да? Есть, хотите. Так бы сразу и сказали. Так же можно и окочуриться. Угощайте. Слышу, харчи за ней. Кто я? Я от меня. А ты? А что? Табак за ней. А того, табак за ней. Харчи, это тоже харчи. Дай покурить-то, дай. Ты что? Ты что? Это ж не еда. Это закуска. О, ну, за знакомство. Так вы, значит, пан ученый? Да, да, ученый. А, мы тоже ученые. Я, к примеру, Риттер Горобец. А это богослов Халява. Сити, таун. Где гуру? Есть тут неподалеку один хутор. Хутор? Хутор. Хутор. Но я бы даже врагу не советовал туда ехать. Почему? Около года тому назад в этом самом хуторе сгинул наш товарищ. Ученый? Да, ученый. Философ. Хамабрут. Так вот,
Год тому назад я, Хама и Халява возвращались этим местом из Бурсы по домам. И то ли туман такой приключился в тот год, или черт нас закружил, а только заблудились мы. Панас, ты куда? Извиняй, Тарас, служба есть служба. А на пассажок? Пили. Стременную? И стременную. А отходную? Отходную? Отходную не пили. А отходная? Отошел! Кто там? Пусти бабуся переночевать! У меня народу полон двор. Куда я вас дену? Бесконечное! Полно, полно! Бесконечное! Хорошо! Я впущу вас. А что, бабуся? Как говорят, ей-богу, в животе как будто колесами кто стал ездить. Ишь, чего захотел? Нет у меня ничего. Черт, принес таких нежных понычей. А помнишь ту, дуже гарную? Сусульки! Купите паничу сусульки! Ну и скверна эта старуха. И нос нехороший, и руки нечистые. Все бабы ведьмы. А те, что на базаре, уж точно ведьмы. Но от усталости задремали мы малость. Послушай, бабуля, сейчас пост. А я такой человек, что и за 1000 червоных не соглашусь ускоромиться. Не-не-не, бабулька, устарела. Старуха оказалась паночкой, потому что была ведьмой. Я уж это точно знаю. Мой тичер, Айзек Ньютон, открыл закон гравитации. Этот свободный полет абсолютно невозможен. А вот свободная... Падение сколько угодно. Now, are you going to tell me that the first recorded instance of free flight happened in some little unheard of village in the middle of a God knows where in some Утария? Да что ж мы брешем? Fact, colleague. Argument.
Да чтоб я провалился на этом месте! Вам смешно. А вот только с той поры хомута мы больше и не видели. Куда прёшь? Чё ты, маленький, издох, собачий? Да вы что, дяденьки? Хама ваш припустил к себе сатану, да ведьму и прочую нечисть. Хама? Да так и сгинул, чтоб ему на том свете погано икнулось. Сгинул? Да неужто сгинул? Ей-богу, сгинул. На митя из бревя. А, ну, отведай. А? Это лучше с хортицы? Ну, как? Не дурно. А на хуторе такое чертобесие началось, что не приведи Господь. Он сказал, что Хамас нечистым спутался. Да брешет. А вот они брешут. Я давно за ним замечал всякое такое. Зачем он тогда за нами на кондицию ввязался? Куда ему было идти, хрен сирота, а? Верно говорят, с ведьмой спутался и сгинул. Может, обратно на хутор, а? А ты куда? А я знаю, почему он сгинул. Потому что побоялся. А вот если б не побоялся, ничего б с ним не случилось. Погоди, а? Нужно было, только перекрестившись, сплюнуть ей на хвост. И все. Тогда бы ничего и не было. Я-то уж это знаю. О. Поменем? Ага. Помянем. Все-таки славный был человек, Хама. Знатный был человек. А пропал не за грош. Нечистая! Сатана! Господи, что же делаете, а? Что же делаете? В том-то и дело, что странный. Не передумал еще ехать. А вы утверждаете, что это монстр? У него 9 рогов? 7 рогов. 7. Вставай! Вставай! Бежим! Вам вперед! Бежим! А нам туда не можно! Эй! Коллеги! Смешная история. Thank you.
было, хлопцы? Апокалипсис. Главы коней, яко главы львов, из уст их исходящая огонь. Вот оно знамение! Дьявольский посланник проник через круг! Какой же он посланник ада, когда у него ноги подкашиваются? Лепеховатый он для посланника. Посланник ада. Джонатан Грин. Джонатан Грин. Я есть Джонатан Грин. Ученый, картограф. Я подданный Ее Величества, королеве Англии. Recently renamed the United Kingdom. Приветствую вас. Да. Спасибо. А к нашему берегу шайни приплывет. То все трескаю. Я направил подзорную трубу на то место, где видел огонь, и мог хорошо различить неистовые телодвижения и прыжки дикарей. Я был уверен, что на этом костре они жарили свой страшный обед из человеческого мяса. Что ты читаешь? Последний бестселлер мистера Дефо. О приключениях Робинзона Крузо. Из всех великих писателей страны ты увлеклась именно им? Это что, мадам? Ответьте. Папа, пожалуйста, отдай. Это от него, не так ли? Я просил тебя прекратить с ним любые отношения. Я требую, чтобы в моем доме ничего не напоминало об этом человеке. Тише, отец. Ты забываешь, что этот человек – отец моего ребенка. И, может быть, в эту самую минуту ему грозит смертельная опасность. Его окружают дикари и пираты на каком-нибудь необитаемом острове. Дикари? Остров? Что за остров? Это величайший континент на Земле, и твой ничтожный картограф Джонатан Грин в самом центре данного континента. Континент? Подумай только. Остров. Excuse me, sir. Извините, sir. I have some very important equipment damaged in my carriage. It's очень важно. And it's the fifth measuring wheel. Колесо. Колесо? Yes, sir. У нас кузнец такие механизмы делает. Пойдем. Он такой аппарат смастерил. Горилка чистая, как слеза. Ну, если сам не пьет, конечно. Я уже знаю, что такое горилка. Это механика, это механизм. Один хрен. So is the blacksmith, you know... Не-не-не, не пьет. Год как не пьет, с тех пор, как дочь его онемела. Сидит в своей кузнице, мастерит чего-то. Он всю жизнь сабли ковал. Сабли? Сабли. Сабли? Нет. Yeah.
сейчас. Это кого там леший принес? Это я, Тарас. Вот, гостя иностранного тебе принес. Гостя? Смотри! Смотри! Какая у иностранца бричка. А, и сама едет, и сама управляет. Можешь починить? Так не боги горшки обжигать. Мы тоже кое-чего умеем. Но-но-но-но-но. Это голландский мастер. Голландский, говоришь? Ну-ка. Ну и на что это похоже, пан ученый? На летающий аппарат Леонардо да Винчи. Не знаю, о чем ты там говоришь, но вот как лететь, я уже знаю. Как приземлялись? Ну, пан ученый. Прошу до моей хаты! Наших казаков, а вылечить таков! Не свободно, там и ложись! Карета. Да не улетит твоя карета! Зачем вам взялся ученый этот? Не за этим я тебя позвал. Уж скоро год, как нет с нами ясочки моей ненаглядной. Давай-ка завтра справим панихиду в старой церкви. Я хлопцам прикажу, они вмиг дорогу расчистят. Ты не говорил, я не слышал. И думать забудь об этом. Я 9 дней ждал, 40 дней ждал, уж скоро год, сколько можно? Не ждать надо, а молиться усердней. Одно мне не дает покоя. Что ж ты там такое увидел год назад? Петрус! Да, пан сотник. Скажи, что здесь написано? Что это карта местности? Позови мне этого ученого. Только тихо. Извините. Hello. Вы говорите по-английски? Good. All right. We're not speaking. That's fine by me. Как твое имя? Тебе, пан, спинку потереть. Thank you, but, Ох, как любит это дело ваш брат ученый. Спинку. Of course. Палеот бабка, хамабрут. This is where it all happened. Hello. Далеко лететь собрались? Пан ученый. В чем проблема? Пан сотник вас к себе просит. Только тихо. Настуся. Настуся. Неужто тебе любо издеваться надо мной? Ты же знаешь, мне и часа не видать тебя горько, а ты уже год меня мучаешь. А я Асперит, как увидел гривы горящих лошадей, так сразу подумал. Все по нас, все, такой страх взял. Какой? А?
Арделс. Да нет, апокалипсис. Иванович, пригнись. Ну вот. Мое колесо. Спирит. Что? Чуешь? Первачком потянуло. Чуял, пес. Все бабы ведьмы. А те, что постарше, уж точно ведьмы. По воде путь короче. Шарик, дух. Ну? Чистый, как слеза. Ой, ах. Пан Сотник, ученый. Ты картограф в Бога веришь? Как вам сказать? Я ученый. Значит, и в черта не веришь. Не веру. Так я и думал. Мне нужно, чтобы было так, Жен. Чтоб церковь была намалевана. И чтоб все земли мои были. Карту? Но мне нужно, а не тайм. Время? Тысячи червонов. Ну, шо, пан Сотник? Ты все о проклятом месте допытывается. Это старая песня. Говорит, зашлю туда своих хлопцев, в раз дорогу расчистят. Хотел бы я глянуть на тех хлопцев, которые пойдут на проклятое место. На нашем хуторе таких героев немало. А что же странец? А где он? Кажись, у бабки Ганы на мельнице. Ну, поехали. Пугнем этого человека. Вот задаток. Но мне нужен помощник. Будет тебе помощник. Начинай со старой церкви, но чтобы никому. Пан Сотник, поспешать бы нам. Давайте, пан ученый. Yes, wait, wait. Ну. Вы уж извините его, пан ученый. А что случилось? Как умерла его дочь, он совсем не в себе. Народ думает, что паночка ведьма. И душа ее бродит по этим болотам и не может успокоиться. Поэтому и чистоколом хутор обнесли и в круг заключили, чтобы в этот круг нечисть не проникла. А за круг только самые смелые казаки в дозор могут выходить. Что ты ждал, зараза? Ну ты чертовщина! Ну! Ну! Ну пошел! Пошел! It's charming, but it's utter nonsense. In my experience, I deal with Minye, Nujni, Вы о том, что у пана Сотника-то были, никому ни слова. Целее будете. Если прав, Паисий. Сейчас и посмотрим. Где ученый? Так вот же он. А что, Тарас? Прошу к столу. Дай-ка я блесну. Вот сюда. Твои добрые горилки. Пан ученым. Он такой отродясь не пивал. Хлопцы, чтобы все было. Ой. Здоровье. Вот ты ученый. По какой части? Ну... Ты по нас так спрашиваешь? Пусть в твоей жизни богато ученых было. Я, к примеру, знаю таких, которые на звезды глядять. А за что за ученость такая? На звезды глядеть? Те, о которых говорю я, глядять на звезды в стекляшки. О, как! Эй, Тарас, неси горилку. Все беды от учености этой. Был тут у нас один. Тоже ученый. Философ. I'm a brute. Brutus. А ты, пан ученый, по какой надобности с ним знаком?
Уже слышал. Эту фигуру все знают. А кому не знает? Личность известна. А уж. Вызывает, значит, нас к себе пан сотник и велит привезть бурсака хаму Брута. Гады. Вперед. Напрасно ты думаешь улепетнуть из хутора. Тут не такое заведение, чтоб так быстро можно было убежать. Эх, славное место! Вот тут бы жить, да ловить рыбу! Да охотиться с ручьем на стрепетов. Впрочем, я думаю, и птиц немало в этих лесах. Фруктов же можно насушить и продать в город множество. А еще лучше выкурить из них водку. Потому что водка из фруктов ни с каким пивом в сравнении не идет. Вот. Почему пан сотник выбрал его для такого важного дела? Ведь ни стати в нем не было, ни виду. Это уж известное дело. Если по нам чего и взбредет в голову, так самый наиграмотнейший человек не разберет. И повели мы с Дорошем хаму в церковь. Ну отпустите ж меня, хлопцы. Помню я, собаки лаяли. Помяни, Господи Боже наш, вере и надежде живота вечного, представившуюся рабу Твою. Да и что я за казак, когда бы устрашился? А понюхаю-ка я табаку. Хороший табак. Такая страшная, сверкающая красота. Thank you.
Где эта церковь? Тебе-то это зачем, пан ученый? Well, Panasonic and I were thinking of maybe, you know... ничего. Самая нужная вещь на нашем хуторе. Чертишь ее круг, и сам черт тебе не страшен. И даже ведьма. А еще, хлопцы, кто знает, по каким прометам ведьма? Говорят, что у всякой дочка, ведьмы... ты куда? ...маленьких хвостиков. Опять на болото? Я говорю тебе, не ходи! Это все сказки и предрассудки. Может, у вас в Европах и нет ведьм, а у нас в Киеве все бабы ведьмы. Аргументум ад хоменем. Ты, видно, пан ученый не разумел, что паночка путалась с чертом и была ведьма. Я в тух. Он пьет? Мастерство не пропьешь. Ойна, горит, ай, женце ждать, а попить горою яром даленою хватит глотки надрать! Ты! А ты чего? Чего здесь раскомандовался? Ты чего казаком гулять-то? Гулять тебя! Ты пугачи на могиле. Ученый, ну хорошо же. Ну не обижай, хлопцы. Выпьем, посидим. А что, хама? Факты. Доказательства. А вот они. Мои доказательства. Я всего лишь одним глазком поглядел. Ты дальше слушай. Оно с первого раза только страшно. Да. С первого раза немного страшно. А там оно уже совсем не страшно. Оно уже совсем не страшно. Не страшно. Нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем. Един Бог милостивый и щедрот, и человеколюбие, и тебя славу восыла. Вере и надежде живота вечного, признающуюся рабу твою. Если кроме всякого греха
И правда твоя, правда веки, 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 правда, Господи. Господи, помоги, Господи, помоги, помоги, Господи, Боже, да, ответи, Господи.
где он? Бабка Гана! Паночка. Ты видел их множество. Они живут и в людях, и повсюду. Ведь ты же можешь крестом от них отгородиться. Да только на тебе нет креста. Или очертить себя мелом и всю жизнь пребывать в кругу. А панночка именно тебя выбрала. Самого Вия призвала, чтоб ты вышел из круга. Взглянув в его глаза, ты остался цел. У тебя сильное сердце. Так помоги ей обрести покой. Помоги. О, пан ученый, пан сотник злится. Деньги взяли, а... Идти пора. Where is the highest point in the area? Что? Высокое место. Где? А, это вон, на старой церкви. Right. Там. Let's go. Что? Пошли, Питер. Пошли. Дай-ка. Ну что, ученый? А? Убег. Схватил свои вещички и убег. Бачилы. Черт. Заморский круг запретный песок. Бастрючка бачила. А? Скажи, Бастрючка. Господи, что с нами теперь? Ступайте.
Ступайте, народ, поднимайте. Отец Паисий, какого лешего его в этот лес-то понесло, а? Клад, поди искать. Клад, клад. А что, если он в старую церковь попадет? А пан сотник спросит у него, а не видел ли ты там денег? 1000 червонных, назначенных для хамы, которые я обронил. Я ведь все видел. Тогда в церкви. Будем считать это тайной исповедью. Что? Знаете что, паночка? Вы как хотите, а я туда не ногой. Это проклятое место. Look, at least hold the rope for me. Держи веревку. Держу. Питер, держи крепче. Я на болото, ага. А ты у проклятого места пошукай. Куплю тебе уздечку новую, седло. Подарунки чорний. Подивися, дівчина, який я задорний. А червонцев нам на все хватит. О, видал сколько? Пита, держи веревку крепче! Да держу я. Держу. Ну, а что здесь бояться-то? Трус! Мы здесь надолго. Поднимай мой инструмент. Пойду, Аверка, найду. Тихо. Дівчинонька, який я задорний. Ти слыхала? Учений в проклятом місті у Петруся всю кров висосав. І що поймав кого-то, а? А я сьогодні утром іще кролика не досчиталася. Собирайтесь, люди, отец Паисий на проповідь зовет. Собирайся, старий чорт, заганяй скотину, пока учений не потравив її. Полагаю, лишь перенесенные мною потрясения последних дней и общая усталость организма совершенно исказили мое первое впечатление. Они напомнили мне пиратов, этих морских разбойников без чести и совести, которые заканчивают свою жизнь на виселице под ободряющий восторг восхищенной публики. Я вас испугал. Нет-нет, моя дорогая, внешность порой обманчива. Аверко! Черт принес! Аверко! Чё, друже?
Пока ты здесь сыскал, я ученого. У старой церкви. Ух, бисово племя. Что? Опять гроши прятал? Скачи, поищи, доложи, а я на проклятое место. Подивися, дівчина, який я задорний. Не успели. Мы, значит, к проклятому месту. Глядь, а ученый уже на куполе стоит. И Петрусь с ним. Но ничего, там Аверко остался. Ежели что, ученый точно нож в спину получит. Ну, говори, что дальше делать. Эй, да пан сотник. Ай да пан сотник. Ну ничего, народ уверовал меня и готов карать неверных. Хотел ты, пан сотник, панихиду для своей дочери. Ты ее получишь. Оставайся здесь. Ты мне еще понадобишься. Ага. Не пастырь стоит перед вами, наделенный правом судить или карать. Нет, пред вами раб, червь, которого и плюнуть можно. Это мы гораздо. Мой раб и червь призывает вас. Не доискивайтесь причин, ибо причины все, что не есть. А, чего ты говоришь? Пусть говорят, что темны вы, невежды. Пусть гоните от себя тех, кто несет вам свет знаний, ибо свет сей — суть ехидны. Куда же вы, пан сотник? Неужто нет вас любви к стаду Христову? Куда же? Это оно и есть, что стадо. Покинул нас пан сотник. А всему виной гордыня, обуявшая пана сотника и тех ученых, которые возомнили себя всезнающими. Золотишко мое, надо б тебя понадежнее перепрятать. Да никуда ты отсюда не денешься, ученый. Подарки, жук-жук. Бойтесь пришлого человека! Вижу, грядет за ним войско сатанинское! Гоните прочь беса, чтобы земля горела у него под ногами! Аллилуйя! 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 Петрус, тяни меня наверх! Up! Lift me up! Куда? Что это было, Питер? Я не понимаю. Пан ученый! Мои карты! Я же вам говорил, это место проклятое! Мои карты! Надо бежать! Питер! Надо бежать, пан ученый! Пусти веревку! Ну! Тихо! Мои карты! Бежать! Мои карты! Бежать! Ooh.
бесова шпана! Что ты там видел? Чертовщина. И ты туда же? Вы там не были? Замеченных в сношениях с ученым! Прокляну! И не ропщите потом! Ступай. Вы не понимаете. Иди, исправляй свое дело. Не исправишь, не встанешь. Я завтра сам туда пойду. Юлька? Дураж. Говоришь, а Верку не упустит? Что? Вот он вернулся. И не один, а с прихвостнем Сотниковым. Кто? Кто? Ученый. Ну-ка, приведи мне его сюда. Ага. Кого? Да Петруся! Я просил починить. Ты сломал. Нет. Нельзя. Чтобы починить, надо знать, как оно процуемо. Давай-ка его сюда. Я... Дорож, ты что? Я... Что вы делаете? Дорож, да заклепай ты ему рот! А то он весь хутор поднимет. Дорож, ну... Нет, может, другую. Дорож, не надо. Отец, поесть. Ну, пошутковали, хватит. А? Ну, хватит. Может... А что он там делал, ученый этот? А зачем он туда вообще пошел? Сотник его туда отправил. И 1000 червоных ему посулил, что вы в проклятом месте оставили. Молодец. Молодец. Теперь обо всем, что знаешь, будешь мне докладывать. Накинь на него, чтобы народ не видел. Боже! Да я лучше сбегу. Но тебе никогда служить не буду. Давай на постоялый двор. И на этот раз ученого не упусти. А я пойду народ собирать. Добро. Куда ж Верка пропал? На мельницу! Бежать вам надо, гетто не сдобровать. Только вот что, я с вами пойду. И еще у меня одно условие. Какое? Я Настусью с собой возьму. Я мигом. Настусья, собирайся. Я за тобой, слышишь? Ничего лишнего не бери. У меня сухари и сальца, трошки есть. Проживем. Да где ж ты? Друже!
Да ты что? Коня чуть не угробил, дурь! Убью! Ах ты где? Ты куда мои гроши заховал, а? Да что с тобой? Совсем с ума сошел с грошами своими? Ты не брал эти гроши, да? Ну что, может сказать, чего хочешь, а? Напоследок. А давай-ка, брат Дорож, покурим, а? Ну давай. Где ж моя любка? Обронил чешок. Оверху! Оверху! Настуся! Патрус, come here! Настуся, мы здесь! Патрус! Встретимся у сухого дерева, я мимо! Куда ты? Раз мы жизнь друг другу спасали. А теперь что? Настуся! Настуся! Снимем грех с души. Отдадим все пану сотнику. Вспомним вольницу казацкую. Ох, загуляем! Настуся! Хватит, хватит! Хорошая у тебя люлька. Ни у кого такой нет. На, покури. Дружи! Рогатое чудовище! Вот и пришло время! Словом Божьим! Огнем и мечом! Извести дьявольское отродье! Денежки! Что ж так, так мало? Немая. Это хорошо, что ты немая. Немая. Иди, иди ко мне, иди, немая. Сюда! Отдай! Немая. Не убивай! Она Дороша! Дороша на моих глазах! Вот оно! Вот оно! Отец, боюсь. А если это не Настуся? Если это не Настуся, а не чистый, я сам его видел. Отец, боюсь, я его видел. Весь в овечьем и о семи рогах. Я его видел, это не Настуся. Смирись со мной. Что ж ты наделал? Ah!
Мне нужна была карта. Вы хотели знать, что с вашей дочкой? Что ты узнал? Я знаю, что случилось. Ты узнал, кто Овечий? А уговорите вы его! Все понимаю. Найди мне его. Никаких денег не пожалею. Условия. Вы спасете Анастасию. А мне гарантии безопасности. Ну, это мы сейчас исправим. Что за бесовские дела вы тут творите? А ну, выпускай Анастасию! Это ты видел? Она Дороша надвое распорола на моих глазах! И меня... Что ты несешь, поганец? Ведьма! Открывай! Ведьма! Не можно? Подсоль. Чего? Чего? Не можно? Не велено! Это кем не велено? Кем не велено? Мною. Я бы на твоем месте попридержал бы язык, Доброди. Ты теперь перед людьми не в чести. Вот оно! Бесовское семя! Хватайте его! Бросьте его в яму к ведьме! I'm a British citizen! А после испытаем его огнем. Отсюда не сбежишь! Учини свет. Посмотрим, что пишет этот негодяй. Моя дорогая мисс Дадли. Так. Крылья местных жителей очень похожи на крылья некоторых видов летучих мышей. Только в размахе они достигают больше 10 футов. Что? Я чувствовал их зловонное дыхание так близко, что мог протянуть руку и почувствовать их кожу. Также у них есть копыта. Вы это слышали? Помните ли вы того одноногого моряка, которого мы встретили в лондонском порту? Он показывал нам
огромного осьминога. Отчего ты ревешь? Я уже так давно не получала от него ни одного письма. Забудь его, это не повод, чтобы плакать. Папа, пожалуйста. Итак. Итак, тут есть кальмар, который раз в 10 больше, у него 6 глаз, и зовут его Вий. Да, совершенно разум потерял. А если я не вернусь, ищите меня в проклятом месте. О, Господи, сделай так, чтобы это было именно так. Давай, хворост, еще давай тащи. О, это складно, а то я знаю тебя. А куда поможешь с тебя никуда? Вижу тебя. Все хорошо. Болото. Монстр. Ты давно кормишь его? Месяц? Год? Это просто карта. Труд всей моей жизни может пропасть бесследно. Ой, подожди. Это не мои отметки. Это план побега. Мне с сотником уже пора остановиться. Мне эта зануза в сердце сидит. Власти хочу. Ах, Руши. Груши на храм. Хочу на болоте обряд совершить, чтобы весь народ был повязан ее кровью. Умно придумал. А мне еще приманкой будет. Уж очень я хочу знать, кто же это в овечьей шкуре. Ступай. Что? Ведьма! Парас! Там! Заговор! А, ведьма! Дура, на чужое горе глазеть. Пойдем, Пастючка. Куда сидеть? О, старый черт! Ведьма! Надо обязательно Женьке потом рассказать. Давай, 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 давай
никуда не сбежишь. А тебе ведь говорили, все беды от учености. А ты что здесь? Чудеса, да и только. Какие такие чудеса? Боись ее водой святой. Она вдруг раз, и кошкой обратилась. Вот с такими когтищами. Батюшка крестом ее. Она едва сорокой не упорхнула. Поисий заклинание творит. Она опять человеком сделалась. Вот брешешь, а? Ну брешешь, Евтух. Собака брешет. А что ж ты ушел-то? Правду сказать? Ну так страшно никогда не было. Потому что ты обабился, Евтух. Ты что делаете? Говорят, когда ведьму в воду опустят, не то еще начнется. Может, ты тут это покараулишь за место меня? Ну, дядька Евтух, тебе все одно делать нечего, а? А я такого отродясь не видал. Я хоть одним глазком, дядька Евтух. Ну! Ну, немножко покараулить можно. Только ты недолго. Да я мигом. Власти, пан ученый. You're a true gentleman, Евтух. Питер, костер тебе готовит. Беги туда. Краем болота пойдешь. Щички твои я из лодки забрал. Тебе туда, в ту сторону. Промокнешь. Ну ничего, зато живой будешь. Паиси и Верко. Заговор. Берегитесь их. Понял. Езжай. Спасибо. Это женщина. Возможно, ведьма. А что все с камнями? Паисий сказал взять всем по камню. И испытаем водой. Если всплывет, то она ведьма. Братья и сестры, кара постигнет каждого, кто не услышит меня. Готово все. Заканчиваю. Питер! Питер! Уходите! Дайте же умереть. Погубил, голубушка, погубил. Скину! Сгину. О чем ты вообще говоришь? Хама сгину. Ты сгинешь. Что это значит? А то и значит. Был и нету. No, I don't understand. Где его хоронили? Где могила? Не было ничего, не было кого хоронить. Вот что. Слушай меня, Питер. У нас есть одна возможность. Спасти Настусью. Я знаю, кого ты видел. Кого? Овечью шкуру. С рогами. Не больше, не меньше. Беги на болото. Надень шкуру и отвлеки толпу. Они погонятся за тобой. Ты понимаешь? Я понял. Понял. To understand. Понял. Давай. Я понял. Действуй. Понял. Проклятое место. Веди их туда. Не знал, что доживу до такого позора. За людей стыдно. А теперь все подошли к челну правосудия и отправим ее на суд Божий. Поймай его!
Ты это искал? Хама Брутас. Ты хотел убить меня, не так ли? Взять мои карты и бежать от наказания. Тебе нужны факты. Вот тебе факты. Тебе очень понравилась панучка. Поняв, что она тебе неровня, ты надругался над ней и уставил умирать. Она верила, что ты, прочитав 3 дня над ней молитву, раскаешься в этом. Но ты оказался жестоким. Он знает, кто в Авичи. Это последняя ее слова перед смертью. В овечьей шкуре ты целый год пугал весь хутор. And right now, as we speak, another innocent girl will be murdered because of you! Я покажу тебя людям. Встать! Да что вам надо от меня? Get up! Я устал так жить. Все. Отбегался. Where'd you get that belt? Все равно не поверите. Откуда у тебя этот ремень? Это я вас вытягивал из болота. Ремешок оторвался. А вот и пригодился. Till Josh. Я же говорил, что не поверите. А зачем тебе карта? Это был единственный путь спасения. Куда мне было деваться? В Бурсу? Меня мог каждый схватить, как выход со того света. Или как вы, приняв за убийцу палочки. Хлопцы, это же я, Хома. Был Хома и не стало Хома. Ты стравил, Верковый Дорыша. Это их жадность погубила. Подожди. Как ты объяснишь тогда, что паночка выбрала именно тебя? Год назад я, Горобец и Халява заблудились в этих местах и заночевали на постоялом дворе. Как зовут тебя, хлопче? Хама. Философ. Иди за мной, философ. Хама. Не бойся, не съем я тебя. А я на первого встречного ворожила. Значит, судьба у нас была такая — встретиться. Паночка! Настуся могла подумать, что я это сделал. Потому и надел эту шкуру. Она видела меня, но только в облике чудовища. Благодарность за спасение она и носила ему вид. А я целый год жил здесь и молился о спасении души паночки. А страшно было первые 3 ночи. Какие только ужасы меня не посещали. К исходу 3-й ночи я совсем изнемог. И когда прокричали петухи, пришел он. Я уже знаю про Вио. Он страшнее. Кто? Кто он? Это он! По дороге жук. По дороге черт. Подавите девчонка. Как я мотор. Ну что? Не устал трухать, бесенок. Ну что, теперь узнал меня, Хама? Ну как тебе с ней, а? С этой смердящей плотью? Она соблазнила и меня!
только надеялся, что ты умер. А ты живучий. Я ведь хотел выпугать их, надев эту шкуру с рогами. Она искусила меня. Как она стонала. Как блестели ее черные дьявольские глаза. Но на мне нет греха, ибо сказано, грешен не тот, кто искусился, а тот, кто искушает. Я не знаю, какое удовольствие вы находите в блуде. У меня оно вызвало омерзение. Help me. Somebody help me. Все равно тебе никто не поможет. Северный народ! Сказал им черт! Так никто носа сюда не сунет! Ты куда мои гроши заховал? Ты это о чем? Пусти его. А то придется расстаться с чубом своим. С головой вместе. Беги, спасай свою зазнобу. Народ хочет чуда! И я ему это чудо даю. Я много лет миссионером ходил по Европе. И я знаю, как создать новую религию. Истовую! И с чудесами. С помощью ваших же изобретений. Я новый пророк! А ты умрешь. Ой. Как священник. Я не могу отпустить тебя без покаяния. Читай отходную молитву. Our Father, who art in heaven. Our Father, who art in heaven. Hallowed be thy name. Жизнь твоя не в руках Господа, а в моих руках. И мне решать, кому жить, а кому умереть. Будь ты проклят! Ты можешь идти по своим делам, женщина. Юный Даниэль. Прости меня. Не стыдно признать, но я жестоко ошибался в твоем отце. Поверь мне, это великий, хороший человек. Это письма от него к твоей матери. Которые я намерен опубликовать. Хочу, чтобы весь мир знал, как это неправильно судить о человеке так опрометчиво, как я. Несчастного Бруно сожгли на костре, а потом поняли, что земля круглая. Теперь эти письма в твоих руках. Да. Теперь они у тебя. Джонатан. Ага, еще один голубь. Теперь-то мы узнаем с тобой, как закончилась эта история. Явдов, ты куда? Куда? А не боишься? Казак не должен ничего бояться. Я хочу, чтобы ты знал, куда? Что жизнь твоя не в руках Господа, а в моих руках. И мне решать, кому жить, а кому умереть? Тебе бы, Паисий, с каланчи пожар кричать. На всю округу слышно. Будь ты проклят!
Чудо свершилось. Я чувствую дыхание Бога, Его прикосновение, которое меняет мою судьбу. Никогда, ни до, ни после, я не испытывал ничего подобного. Вся моя прошлая жизнь пронеслась передо мною. И я подумал, что после смерти станет моим продолжением. Дорогая, я хочу, чтобы у нас с тобой был ребенок. Чё ты? Чего? Мы с твоим хозяином, знаешь, друзья какие были. Тихо! Тихо! Зло было наказано, я получил гонорар. А вот и сотниковые червонцы! Ну что, теперь сполна уплочено! Мои деньги! Мои! Итан! Тело, как и душа паночки, обрели покой, и ее отец нашел душевное равновесие. Отпущай грехи и потребляй неправды, ослаби остави и прости вся вольная ее согрешения. Ахама, наверное, своим ученым неверием я чем-то похож на этого семинариста. Если судьба выбрала именно меня и привела в это богом забытое место, чтобы я закончил историю, начатую им. А ну-ка, разбежались сорванцы. Я вырублюсь. Дядя Грин, а что это? Это волшебный фонарь. Чудо, созданное гением человечества. Которое может созидать, а может разрушать. Смотровши руки попадет. Когда-нибудь картинки оживут. И мы увидим прекрасные города, а также и прекрасных людей. А что по Иси? Его нашли? Нет, так его никто и видел нигде. Ну, сгинул. Бачили каких-то двух необыкновенных крыс неестественной величины. Пришли, понюхали и... Пошли прочь. Скажи, быстричка. Все бабы ведьмы. А те, что постарше? Уж точно ведьмы. В чем дело? Сперед. Пан ученый, а на пасашок? Пил. Тременую. Пил. Отходную, пан ученый. Не пил. Вот это казак. Сперед. Рыцко. Ну, запускай. Разумел. Куда цепендюрину вставить? Теперь, когда угасли страсти, и мой холодный рассудок прогрессивного исследователя снова возобладал над чувствами, я могу констатировать, что все фантастические события последних дней являются ничем иным, как плодом воображения человеческого мозга, который еще мало изучен современной наукой.
фучник. К счастью, я узнал, что русский царь Петр I строит новую столицу и собирает лучшие умы Европы. А что ты думаешь, Грицко? Доедет то колесо, если так случилось, в Москву? Или не доедет? В Москву доедет. А в Казань-то, я думаю, не доедет. Казань не доедет. Раздался петушиный крик. Это был уже второй крик. Первый услышали гномы. Испуганные духи кинулись, как попало, к дверям и окнам, чтобы вылететь оттуда. Но не тут-то было. Там они остались, застрявши в окнах и в дверях. Эх, Сприт, скучно мы с тобой живем. Эх! О, Остап! Ты теперь ищешь свою жинку к кровати покрепче по ночам привязывай. За что? Я говорю, у ученого свиристелка такая появилась. Он, мать, в нее дует, и все бабы к нему на шабаш собираются. А он в нее потом смотрит, выбирает. Панос. Че? А чего ты с ним разговариваешь? Он же глухой, как пень. Он же ничего не слышит. Так это, получается, что ученый старую церковь спалил? Як пень. Точно. О, да ну! Дотла! Пойду Женьке расскажу. Пойди, Женьке расскажу. Ты Сприт его Женьку-то видел? Она же страшная, как черт. Вот это настоящее чудо. Летят голуби, летят белые, то не голуби, то не белые, а то анголи. Грешное, бесконечное.